особий такий ответственность Испитываем отговорность. Позыв сказать несколько слов по поводу того, что Рейнхард Бонке ушел домой. По поводу на това, което говорихме днеска за кончината на Рейнхард Бонке. В 2005 году в марте месяце одна знакомая дала мне видеокассету, где была история человека, который в Африке погиб в аварии и умер. А в 2005 година една сестра ми даде една касетка, в която беше отразено, что там было? Разбился и умер. Да, на машине разбился и умер. Да, за один, вероятно, христианин, да? Христианин? Да. Да. Който е загинал в катастрофа и е починал. Да, и жена не давала его хоронить 3 дня, а потом отвезла его на служение, которое проходило там в Африке, где-то там в полях. И это был Рейнхард Бонке, и по его молитве он воскрес. И жената на този починал човек не разрешавала 3 дена да бъде погребан. Напротив, тя искала да заведе своя съпруг, когато е чула за Рейнхард Бонке, отиват там, той се моли и той възкръснал. Да. Так я узнал о Боге, и это послужило к тому, чтобы я пошел каяться в церковь. Това свидетелство послужи на мен лично да повярвам в Бога. Потом я много изучал его труд, работу его, как он действует. А после започнах да изучавам неговия труд, смисъл на Рейнхард Бонке. Вот пастор говорил, что одновременно каялось более миллиона, 2 миллиона людей, стояло на площади, ну, на пустыре вот на этом, на огромном пространстве, 2 миллиона почти людей стояло, и он им проповедовал. Да, както преди това и от нашия пастор чухме, че там е имало една огромна територия, около 2 милиона човека, които са слушали и са приемали Господа от Рейнхард Бонке. Это невъзможно без Святого Духа, без Бога. Това е невъзможно без Святия Дух, невъзможно. Он мальчиком начал служить Богу, он поехал в Лондон учиться в семинарии, и там познакомился со Святым Духом. Да, той като момче отишъл да учи в Англия и там се срещнал. Там се срещнал със Святия Дух. Да. Е получил Святия Дух по-точно. И он получил еще практически в том вот молодом возрасте свое понимание о своем предназначении, что Африка должна быть покорена Иисусу Христу. Да, и още в ранната си възраст, в младостта си, той е получил потвърждение, че го очаква това, ще бъде свързано с Африка, на земята на Африка. И он это сделал. Милионы, и това, което получил, покаяли. Това и направи. Но не все так сладко. Но не всичко е така сладичко. Ему было очень непросто. Не ему беше толкова лесно. Он один стоял на улице, играл на аккордеоне, раздавал листовки, рассказывал про Иисуса Христа, и никто не хотел слушать. И той минал през трудностите, свирил на аккордеон, давал листовки, говорил на хората, но никой не искал да го слуша. Вообще никто. Месяц за месяцем, ноль. Да, месяц след месяц, но нула. Вот было сказано пастором, что более 60 лет, он 17, наверное, 16. Это чухли от нашия пастор, че повече от 60 години. Да, он служил Богу. Той служащи на Бога. И в конце концов, вы подумайте только, во что выросло это служение. Бригады. Огромное, слишком сильное слово, большое количество служителей, транспорт, специальные устройства, автобусы, топливо, значит, обслуживающий персонал, десятки людей, которые работали с ним. И в края на краищата какво се получи? Едно огромно служение. С транспорта му, с всичкото гориво, с цялата тази организация, с десетки хиляди служители. Страны, где буквально они подавлены оккультизмом, колдовством и исламом. И то в страни, където всичкото е било свързано с оккултизма, с оккултни практики и преди всичко с исляма. Вся работа
связано с большим риском. Люди гибли, сгорали там буквально. И разбира се, его команда. Големи рискови, и не само рискови, но са се случвали и са загивали хора, загивали са хора. И вот представьте состояние человека, вот я его пытаюсь представить. Вот он стоит на платформе. И я себе представим, той стоит така на сцената, на платформата. Уже второй месяц они находятся в стране, и вот пришло время служить. Молитвенная группа за месяц приезжает и молится за этот город, за эту страну. Месяц, не выходя из отеля, они молятся и молятся и молятся, чтобы Бог открыл им эту страну, чтобы Он дал им этих людей. Как собрать миллион людей на площади, я не понимаю. Да. Только Бог это может сделать. Да, и разбирается, че той имал хора, които са го подкрепили месец преди това и повече. Там стоят хора, които се молят и молят и молят, как да дойдат милиони хора. Платформа, столбы, на них стоят динамики. Это их большое количество, потому что не охватить. Там за горизонт уходят люди. Защо? Защото там е имало... Вы представляете, какая-то колоссальная работа. Много хора и там всякакви такива подкрепления, като... может быть, микрофон? Да. Уредба такава техническая. Защо? Защото там, до хоризонта, това е огромна дължина, която трябва да бъде обслужена и да чуят Словото. То есть масштаб. С една дума, масштабна работа. На миллионы людей одновременно. На миллионы хора. И все это Святой Дух. И всичкото това става чрез Святия Дух. Который сказал ему: Рейнхард, ты должен покорить мне Африку. Само заради това, че Святия Дух му каза: Рейнхард, ти трябва да покориш чрез мен Африка. Но вот еще что. Это още какво? Он рассказывает такую историю. Однажды, говорит, мне нужны были, всегда деньги собирал для того, чтобы это все организовать, служение. Это же большие средства нужны. Это какво той рассказывает, чему се... стану така, бил принуден да събира пари, защото всичкото това нещо. И однажды он собрал такой организация. Завтрак, куда пригласил больших служителей со всего мира. И при една закуска утренна той собрал много от своите служители, чтобы они стали его партнерами для служения. И инвестировали деньги и другие средства для того, чтобы он мог покорять Африку. Да, той ги поканил и инвестирал тези финанси в хората, за да могат те да му станат помощници. И вот на этом завтраке он выступал и рассказывал о своей программе и убеждал их в том, чтобы они ему помогли и были партнерами. Какво се случвало на тези закуски? Той ставал, говорил за видението си, буквално за програмите си, за да може да ги насърчи, да ги убеди да станат негови служители. А он... пригласил самых крутых служителей, известных, да. Самых известных. Но нека да отбележим, че той е поканил служители, които са известни, опитни. И вот он начал свою презентацию, свой доклад, и вдруг услышал внутри себя голос, знакомый ему голос, который называется «Голос Святого Духа». И разбира се, докато им говорил, изведнъж чува тихия глас. Кой глас? Ами на Святия Дух, който му казва. И голос сказал ему: призови их к покаянию. И тогава този глас му казал: призови ги за покаяние, смисъл за служителите. Я, говорит, аж остановился, вздрогнул. И той така трепнал. Как я могу призывать рожденных свыше? Крещенных Святым Духом, людей, которые десятки лет служат Богу. Ами как да ги призова сега за покаяние, когато те са опитни, цели 10 годин, десятки години те служат, те са служители на Бога. И я, говорит, продолжил, а Святой Дух снова говорит: я же тебе сказал, призови их к покаянию. Святия Дух отново му казал: аз ти казах, призови ги за покаяние. И я остановился, сказал: я, друзья мои, я не имею права игнорировать голос, который мне говорит, это Святой Дух, я должен помолиться за ваше спасение. И тогава той ги прекъснал своето така насърчение и казал: аз не мога, приятели,
и братя да пренебрегна гласа на Святия Дух. И он говорит, давайте встанем и помолимся. Станете, искам да се помоля за вашето спасение. Но они могли подумать, что он же маленько не в себе. Да, разбира се, те какво са си помисли, че той малко, така малко странно. Но он начал молиться. Той започнал да се моли. Закрыл глаза и начал молиться, и они начали молиться. И когда он молился, то он услышал, что кто-то плачет. И когато е започнал да се молят всички заедно, тогава чува, че някой плаче. И когда они закончили молитву, то вместе с ними завершили молитву еще 11 или 12 человек, обслуживающий персонал этого отеля, официанты и так далее. И разбира се, след малко тези, които са обслуживали този персонала лично от хотела, они слышали и тоже произносили эту молитву и покаялись. Да, те също, чувайки за тази молитва, се покаяват заедно с останалите. И он с ними начал говорить, и один из парней сказал, что он сегодня имел намерение покончить жизнь самоубийством. Да, и когато говорил с един от тези от хотелската част, един от момчетата, един мъж му казал, че днес аз бях се приготвил да свърша с живота си, т.е. да се самоубия. Я это говорю для того, чтобы мы все понимали, что человек, который может служить миллионам людей одновременно. А какво искам да кажа, че такъв човек като Бонки, който може да служи на милиони, милиони хора, он должен служить одному, ради одного. Да, той е длъжен да служи заради един. И это самое важное. Това е много важно, заради един. Я считаю, что это был правда самый великий евангелист, который вот, о котором я когда-то слышал или прочитал. Я считам този човек за най-великия, най-грандиозният евангелизатор. Слава Богу за такого человека, который показал нам пример, что мы можем сделать. Кто-то тоже сейчас из нас играет на аккордеоне, и никто не приходит. Да. Но это не означает, что это уже финал, конец. И не важно, сколько тебе лет и кто ты сейчас. Важно, если ты услышал от Бога, что твое предназначение такое, продолжай и будешь как Рейнхард Бонке, только на своем месте. Аминь. И това, да приведа само, и това е, че нека да си, да си напомним това, че той също служише с акордеона и никой не обръщаше внимание. Но това беше началото. Той не се отказа, ето го сега. Велики евангелизатор и служител Рейнхард Бонке. Слава на Исус Христос! А сега ще чуем още едно свидетелство.